А вот про фотографии. Почему-то все фотографы, ну вообще в принципе люди творческие, mm-hmm. они с большим скепсисом оценивают коллег. Ну, актеры говорят. Коллег? Коллег, да. Людей, нет, людей, как... Это не вот, я. Это не вы, да. Вот вы, у вас, кстати, этого нет, потому что очень часто беседуешь с кем-нибудь фотографом, он про там говорит, да ну нет. Этот... Кто не умеет, это не получается. Нет, вот... я не знаю, кто не умеет, я тебя ж не знаю, а я знаю тех, кто умеет. И назовите, те, кто умеет да, так, вот как, будет, как да, не умею очень... я, и я вас... Понимаете, как, если это вкусно, то почему мне говорят, что это невкусно? Это вкусно, mm-hmm. это вкусно, я вижу это, но это кто вкусно. У нас это вкусно? У нас вкусно много кто. Mm-hmm. Это и мой друг Дима Исхаков. Так вышло, что мы mm-hmm. вот два фотографа, но мы дружим, mm-hmm. у которого была совершенно недавно выставка в том же месте, так совпало, mm-hmm. с Ренатой Литвиновой, он снимал ее тоже несколько лет. Лет, и это огромное количество портретов невероятной красоты, невероятной mm-hmm. красоты. Mm-hmm. Я просто в восторге от этого проекта, это от того, что не только от Рената, у него очень много других работ. Mm-hmm. Это Головкин Данила и... вылетел у меня всегда все. Просто mm-hmm. это люди, которые, фамилии, которых я хочу назвать, мы не являемся друзьями, поэтому я могу... Сейчас... Но вы являетесь конкурентами, верно, количество знаете обложек как? Все-таки я, ограниченное. Я да? давно всегда для себя определил mm-hmm. правильно эту вещь. Ведь если бы артист снимал всегда у одного режиссера, было бы страшно скучные mm-hmm. клипы, да, это были бы mm-hmm. одинаковые клипы. Если бы он всегда писался у одного какого-то композитора, да, не знаю, но это нормально, что мы mm-hmm. кого-то зовут сегодня, кого-то зовут завтра, угу. кого-то зовут больше, кого-то зовут меньше. Это нормальная совершенно ситуация. Кому-то угу. нужна сейчас одному журналу нужна вот эта более, так как это академическая, я ее называю для себя скучной, моя красота, которую я снимаю. Угу. Кому-то нужна сейчас более фэшн. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».